Наверное, каждый городской житель мечтает вырваться из каменных джунглей и оказаться на природе, насладиться свежим воздухом, шелестом деревьев, красотой цветущих растений. Лучше всего это сделать, имея загородный дом, а лучше замок. О том, как построить его своими руками, я начинаю рассказ в этом видео. Начну с того, что в далекие 90-е годы всем раздавали участки. Исключением была наша организация. Всем выдали по 9 соток. Началась работа. Видео я начинаю рассказ 2007 года. К тому времени уже многие участки побросали, в том числе и я. Но так получилось, что участок был приватизирован, и волей-неволей пришла мысль о том, что надо что-то делать. Вокруг стояли заброшенные участки. Я к этому времени уже успел посадить деревья, они уже начали цвести. Построив небольшую беседку, покрасив слой деревьев, я закатил рукава и начал строить. Сначала я построил небольшой домик на цементном бетонном фундаменте. 2-2,5 метра для того, чтобы хранить там хотя бы инструменты и какие-то стройматериалы. Домик, конечно, постоянно вскрывался, оттуда выносилось все, что можно было. И тем не менее, это уже была какая-то отправная точка для дальнейшего строительства. Сделав временный забор, так как основной, который я сделал из столбиков, был благополучно выкопан и внесен в известном направлении, я учел это и в дальнейшем стал делать столбики, отливать из бетона и закапывать их по периметру участка. Это уже стало неинтересно для воров, поэтому, сделав ограждение из проволоки и натыкав туда деревянные прутики, которых в изобилии росло в качестве поросли вокруг участка, я приступил к дальнейшей работе по благоустройству. Сначала я построил беседку. Беседка размером 2х2 и с крышей из металлического профиля. Беседка получилась на вид довольно-таки симпатичная и компактная, но не хватало чего-то еще, а именно какого-то постоянного места для костра. Тогда было решено сделать очаг и увеличить беседку, чтобы можно было спокойно готовить и принимать пищу. Вот такой вид беседка имела в 2014 году. Время шло, и постепенно рождалась идея построить замок. Был составлен план-график работ, который, к сожалению, не был выдержан из-за ряда объективных и субъективных причин. Но работы продолжались. Для начала был увеличена площадь беседки. Для этого был залит дополнительный фундамент.
Работа проводилась даже в начале зимы. Была выкопана траншея для фундамента, и туда заливался бетон для того, чтобы заливать бетон, нужна вода. Для этого растапливался снег и смешивался с цементом, песком, щебнем. Для того, чтобы это сразу не замерзало, добавлялась морозостойкая добавка. Весной работы продолжились, были сделаны клумбы, посажены цветы, но это все еще не приближало к цели заветной постройки собственного замка. Но продолжались работы по благоустройству ландшафта. Появилась идея сделать небольшой пруд. Я не буду рассказывать подробно все тонкости, технологии постройки всех сооружений. Об этом есть множество роликов и информации в интернете, которую я нашел и использовал в своей работе. Получился пруд, который заполнен был водой из соседнего водоема наполовину. Остальная вода была получена путем сбора с крыши беседки. В качестве буферной емкости было построено такое небольшое водохранилище, в которое собиралась вода, и по мере необходимости поддерживался уровень в пруду. Тем временем продолжался сбор информации о том, как можно построить небольшой замок или дом, стилизованный под замок. Потому что строить обычный дачный дом мне было неинтересно, я бы никогда не взялся это делать. Хотелось чего-то оригинального, так как я являюсь по призванию художником. Поэтому проводились поиски возможных вариантов. Так, в интернете есть ролик о том, как во Франции строится средневековый замок, используя технологии и инструменты тех времен. Но строить замок в течение 20 лет для меня это уже непозволительно роскошь, так как я нахожусь в возрасте уже пенсионном. На момент начала строительства мне было 58 лет, поэтому это мне не подходило. Я продолжал писать картины и, используя метод мыслеформы, писал в своих картинах замки, что приближало меня к заветной цели. Хочу сразу сказать, забегая вперед, что вот на сегодняшний момент уже кое-что удалось чего-то достичь. Построено здание, осталось накрыть крышей и сделать коммуникации. Подвести коммуникации необходимые. Вот это изображение, фотография этого замка.